Буэнос диас, братва! Ядерный рассветный заряд выше экрана, это значит, что мы продолжаем мочить всякую шваль в Borderlands. Поэтому садитесь поудобнее, хватайте мешочки, поехали. Итак, я воспользовался все-таки немножко, скажем, sort of exploit'ом, что тут, потому что мне было лень пиздавать от бара сюда. Поэтому, скажите, как вы думаете, что я сделал? Сколько он стоит? 223 286. На револю нам нахуй не нужен. Для штурмоухи и для снайперки по-любому покупаем. Гранаты. Пока так. Слушай, я из сил выбиваюсь. Ты уж дождись своей очереди. Эй, поехали, дружище. Хватит уже по грязи топать. Racer is a little something I had my Scootikins whip up for me. Got the extra junk in her trunk you'll need to storm the castle. Ебать, конечно, быстрая херовина. Крамеракс? Это еще что за тварь? Надеюсь, я ее не встречу. Now, why am I risking my neck for you? First off, I think you're cute. Second, Atlas occupation of Pandora has put a real pinch on my business. When you guys started riling things up on this rock, more people came through my joint in a night than booze went through my second husband's liver. Now, the Lance control of the highway is shutting me down in a hurry. That's where you and your Chica come in. Валим, 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 валим. Так, кстати, что там по карте? То есть нам надо ушатать южный блокпост. Просто, не знаю, испытывая анальную боль. О, Traveler! There are new missions available on the T-Bow Junction Bounty Board. Блять, их эти ебучие релокаторы. Бесит уже. Так, небольшое изнасилование. Че эти хуйни? Дронять не ебаная. Так, отчаржи щиты. Надеюсь, я не перенатянул щит. Фух. Ебались мы шанкерным болтом, конечно. Так, на часах 9 вечера, а я только начал съемки. Сурово, ничего не попишешь. Так, пробуем залезть наверх. Так, достай свой любопытный ебальник. Так. Сундучок со стволиками. Оба, здорово. Мне показалось, или ты бы кому? Ох ты ж мать твою. Болезненная херь. Ты, блядь, откуда стреляешь? О, вылез пидорюндель. Так, теперь нужно... Так, до 3% от максимального уровня ХП. То есть меня будет хилять каждое убийство. Так, это уже 36-й левел, попрошу заметить.
легендарный огненный СМГ. Как вы думаете, нахуя мне этот агрегат? А меж тем, этот агрегат мне очень даже нужен. А, мне сюда. Блять. Так, кто там выебурил, я чуть не понял. Мне показалось, или ты быканул, дядька? Сколько огненных стволов. Пока я тут копаюсь, у меня неспешно регенится хп. Вот этих пидорюнделей я ненавижу больше всего. Так, этот определенно добегался. Вот эти вспышки энергии меня заколебали. Они не дают нормально сводиться. Так, ползем аккуратно, стараясь никого не смущать. Хотя хули шкерит. Ох ты ж ебать. О, минетва. Или как там тебя? Нихуя на меня прокинул, вы это видели? Пизда зубастая. Блять, это было откровенно больно. Набрал говна, блин. Для сирены. Опять же, можно подзаработать. Короче говоря, я так чувствую, пока ковыряюсь в тюрячке, я спокойно 37-й возьму. А там уже будет как-то попроще жить. О, атласовский сундук. Так, у меня последний итем остался. Так, ну чё, теперь давайте смотреть. Так, мы гребли все, что видели. Делаем вот так. Так, чё, начинаем с 5000, как обычно. 13, 17, 13, 19, так, 9, 4, 6. Нахуй. Нахуй. Так. Главное, сейчас за ними вниз не отправиться. У меня еще всего два слота.
Так. Можно вжаривать на следующий блок. Я стрелял почти вслепую. The Atlas Corporation would like to take this moment to remind you of its fine line of insurance policies. Please think of your family during this time of physical crisis. Высали нахуй. Пулемёту, в принципе, можно было и проскочить. А вот здесь, ребятки, мне точно проехать не дадут. Чё, блядь, орки? Есть кто дома? Так, ушат он. Больно было. Съеден. Опять выкидываем, только теперь уже 6000. Опять сбрасываемся. Раз, и все. 7000. Ох, нихуя себе. Короче говоря, все, что дешевле десятки, можно скидывать, я так понимаю. Первый пошел, второй пошел. Опять всего 3 слота. Так, вроде бы лег. Ах,
Ну вот мы с тобой остались раз на раз, сучоныш. Тут вообще хер пролезешь, ага. Вот он и ход. Так, давайте-ка 12 000 сразу сделаем. Раз пошел. Два пошел. Три пошел. 4 пошел, 5 пошел. Угу. 12 штук, короче. Что за звуки? Так, блять. Мне это уже нихера не нравится. Где, блядь, там? Почему? Так, эта парочка определенно отлеталась. Все. Сезон полетов закрыт. Огненная пуколка, это, конечно, круто. Там ёбнутый инженер. Давайте просто признаем, что мне охуенно везет их так сбивать. Доел. Там педик еще сидит. Тут наподнимал некоторое количество. Так, электрический винтарь. А, не, все нормально.
И это еще до блока не добрался. Опа, опа. Не, что ни говоря, стихийное оружие это тема. Блять, там педик по-любому ездит. А вот и он, собственно. Про меня все говорят, я люблю сжигать солдат. Ой, здорово, я тебя ждал. Зажглись и потихоньку догорим. Изба поджигальна, сука. О, еще подарки выпали. Честно, вот сколько уже в Borderlands играл, впервые вижу, чтобы Даль делал нормальные снайперки. Так, мы, кажется, забиты. Так, идем сбрасываться. На этот раз давайте сразу 14 тысяч хули. Мимо. Ой, ну похуй. О, у меня хоть место в инвентаре появилось. Минус такого решения, что нереально, сука, целиться из снайперки. О, еще один пиздошитель. Гасите пустошители из револьвера. Могу. Умею. Бывает, что практикую. Так, сразу же нахуй принимаю.
Только хотел сказать, что с этим кексом придется повозиться, ну, блять. Нормального шокового ствола у меня, кстати, пока не было. Ну, теперь есть. Навоз. Так, этот определенно долетался. Чё ты бедный, всего пушка всего за 4 штуки. Блять, откуда? А, у него щиты типа мощные. А так сам по себе он, блять, не прочнее консервной банки. Чё, есть тут кто живый? Ага, прям по курсу. Химозник. Три штуки берем. О, а, блять, я понял, в чем фишка. Им надо просто эти баки за спиной прохуюжить. Безбашенном смысле. Они все с бачками за спиной. Так, летуны. Так, для этих ребят у меня есть специальная пушка. Ты где, блять, там крутишься? Жучка-ебучка. Да, у меня начинает гореть потихоньку. А вот теперь горит у них. В прямом смысле слова. Нет! Я бессмертен! Химиков так, кстати, валить тоже зело веселее. Блять, это еще что было? Что там за херня сидит? Мне аж не по себе стало.
Так, опять жучки-летучки. Прилетай сюда. А, блядь, я теперь понял, что это прилетело. В прямом смысле слова прилетело, между прочим. Дожимай! Ага. Блять, ну потяры, конечно, запахло не иллюзорно. Так. Патрончики. Так, вон еще сундучара. Пехота гриль. Козырно. Че, есть кто дома? Понятно. Я сегодня никому не нужен. А нет, дома вот там. Так, там есть что-то безбашенное, чувствую. Так, одного из игры выключу. Ох ты ж, блядь. Дорожка туда убежала. Есть, добил. Так, надо теперь третьего из игры выключить. Так, контакт погашен. Охуительно. Так. Патроны. Честно, не думал, что буду пользоваться ПП, поэтому надо, блин, в ближайшем автомате улучшалку затарить. Через дорогу, что называется. Там петух сидит. Вон, химпех бродит. Ну, я его схожу изнасилую. С корочкой? Что-то они обеднели, пиздос не находите. Удовлетворение гарантировано. Аннигилятор. Это что у нас? Дробовик оридианский, что ли? Новый левел. Я становлюсь еще лучше. Так. Весомый, жуткий зов, проникновение. Ну, наверное, попробуем вот так. О, я придумал. Короче, надо апать кражу жизни и китайскую таблетку, чтобы можно было весело отхиливаться. Железяки, иди нахуй. Вот будь другом, просто иди нахуй. О, я, кажется, знаю, что будет в следующей серии. В следующей серии нас ожидает зачистка тюрячки. Ну, для начала до нее надо добраться. А вот как это будет выглядеть, мы узнаем в следующей серии. Спасибо всем за просмотр, подписывайтесь, ставьте свои пальцы вверх. И до скорого.